Рассмотреть даже мелкие буквы на стенде для Гульжахан Ходжабаевой теперь не проблема. Заглянуть на мир по-новому девушка смогла после лазерной операции. Всего за 7 минут Гульжахан вернули зрение и навсегда избавили от ношения контактных линз и очков. Зрение у меня начало портиться с детства. Поначалу без очков, конечно, пытались лечить, но не получилось, в общем. Поэтому мне выписали очки. Где-то с 8 класса я уже начала носить очки. Потом уже после в университете начала носить линзы, и по сей день почти что вот до операции. На следующий день после операции вызвали на досмотр, и я впервые увидела все эти буквы на этой таблице, я вообще была безмерно рада. Операции проводят с помощью эксимерного лазера. Это позволяет избавиться от рефракционных дефектов, близорукости, дальнозоркости и астигматизма. В ходе лазерной коррекции используется специальный прибор. Он предварительно создает лоскут из роговичной ткани, которая отгибается, а лазерное воздействие производится уже на внутренние слои роговицы. Операцию по восстановлению зрения в клинике микрохирургии глаза Шымкента проводит российский офтальмохирург с 30-летним стажем Эдуард Старунов. Эта операция производится во всем мире и считается, как бы, как я уже сказал, золотым стандартом, благодаря тому, что быстрое восстановление. Пациент на завтра, как правило, уже забывает, что у него была сделана операция, и качество зрения буквально с следующего дня очень хорошее. Уже более 10 лет в микрохирургии глаза Шымкента проводят сложнейшие операции по восстановлению зрения. Клиника, оснащенная по последнему слову техники, ежегодно принимает 1000 пациентов. И каждый месяц сотням больным делают безболезненные операции на ультразвуковом хирургическом аппарате. Клиника микрохирургии глаза находится в Шымкенте по адресу проспект Кунаева, 53.